Основной темой штаба по-прежнему остается отопительный сезон. Особое внимание к жилому фонду. 57 отключений по 57 отключений по холодному снабжению, 65 отключений по отоплению, 40 отключений по горячему снабжению и 71 отключений по электроэнергии. В общем, все устранены. Одна из самых серьезных аварий на теплосетях произошла в прошлый четверг в Первомайском районе. Напомним, тогда 3 двухэтажки остались без тепла. Кипятком затопило не только подъезд, но и одну из квартир на первом этаже. Молодой семье с маленьким ребенком пришлось срочно уехать на съемную квартиру. У нас комитет поймет, что сами выезжайте сюда на Победу 1 и решайте там вопрос. Месяц Гортепло, на чем сейчас она ответственность, чья сейчас. Все. И сегодня там съедете, и мне к вечеру, или завтра утром, мне, пожалуйста, решение по этой квартире. Отдельно рассматривался и вопрос борьбы с глыбами снега и сосульками на крышах домов. Николай Горшенин выразил недовольство нерасторопностью управленцев, раскритиковал и графики выполнения работ. Если вы уж проворонили то, что есть у вас на тротуарах, вы хоть налейте снег, на кровлю снимите. В данный момент это безопасность людей. Это жизнь людей. Поэтому ваши графики, они через неделю, может, ваши графики дойдут. Есть у вас дома, вы все знаете, не мне вам говорить, какие дома у вас опасные. Также коммунальщиков обязали научить диспетчеров аварийных служб вежливости и провести профилактическую работу с должниками по квартплате. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.